Привет, друзья! Видеоканал «Русская Америка». Меня зовут Юрий Моша. Только что в интернете мы прочли, что совершен террористический акт в Нью-Йорке и погибло 6 человек. Я не знаю, точно ли это информация, поэтому сейчас-то все только произошло. Знаете, когда оперативные новости, то они часто искажаются. И там вот, где башни-близнецы стояли, буквально 2 блока от этого места. Ну, если вот я отсюда пойду пешком, то это где-то мне нужно будет минут 10 идти пешком. Там все это произошло. А вот мужчины, вот, да, мужчины тоже говорят, 6 человек погибло. Вот я услышал на Чембер-стрит. Разговаривали, что получается, что не один я знаю эту информацию. Сейчас я боюсь, что я не смогу уехать с Тейтен-Айленда. Скорее всего, автобусы перекроют. Не знаю, как там меня слышно, сильный ветер, но, в общем, вот такая вот оперативная новость. Сейчас зайду в Твиттер, посмотрю, что там видно и слышно. Безопасно в Америке.